Здравствуйте, это канал Максимадзе и... Юху! Блин! Последняя серия. Вы не поверите, а вы поверите, это модный летсплей в Майнкрафте на версии 1.12.2. И мы почти его, и в нашем случае, мы заканчиваем его. Мы почти его прошли, это последняя серия, последняя! Да, в общем... Сегодня мы Эндер Дракона убьем. Визоры решили, короче, не убивать. Я не знаю, где добыть головы. Со скелетов визоров вообще ни одна голова не выпала. Это была печальная печаль. Но мы идем на Эндер Дракона. Я, короче, ой, кто меня бьет? А. Видимо, главные теплицы. В теплице прикол сделать просто потолок. Видимо, больше ничего не надо. Да. То есть вот с такими, короче, дырками она является теплицей. Главное — потолок. Я, короче, сделал себе брони. И запасной комплект ее на всякий случай. В Эндермире пригодится, может. Запасной комплект брони. Давай. Жду, когда ты готов будешь. Сейчас. Сейчас я немножечко еще картошки подформлю и все. Ну что ж, полетели? Да. Ты тэпнусь туда к порталу, я сейчас к тебе тэпнусь, потому что у меня метка слетела. Ну да. Ты тэпнулся, нет? Я, да. Сейчас я пункт, эту точку сделаю здесь, создам. Да, спаунпоинт тут еще надо поставить. Все готово. Оп. Кто бесстрашный, я бесстрашный. Ай! А каким образом ты сразу же взорвался? Не спрашивай, потом узнаешь. От кристалл случайно как это вышло. Мне нужен этот... Этот, господи. Где он? Вот он. Способный летать. К сожалению... Так, мне нужны... Ай, больно. Бьются. Так, у нас... Это что за осталось... жемчуг такой? Смотрящее око. Что, что он дает? Из него что-то крафтится, наверное. Хотя вот такой можно, да? Ну, возможно. Мне нужен такой меч. Это как взорвать так, чтобы меня не взорвало это? Да блин, слишком их много, я не смогу их так. Оказывается, у дракона 200 хп, представляешь? Ну да. А ты чё думал, сколько? Ай! Сколько этих здесь? Я знал, что у него и 200. Так, нам точно нужен был лук. Я буду жертвовать сейчас с собой. Я бы хотел, чтобы этих... хоть с одного из эндерменов выпало этот жемчуг. Чтобы им зарядить посох. Отлично. Можно посох теперь зарядить. Так. Молодец. Поздравляю тебя. Так у нас все равно возрождение. Так, я чудовищным образом выжил в от кристалла, и меня тут же убил Эндер Дракон сразу. Офигеть, сколько тут этих смотрителей края Эндера. Нам как-то на расстоянии придется его бить. Никак не получится так легко его вблизи. Так, чё, кристаллы кончились?
Сейчас я проверю. Да, кристаллов я больше не вижу. Так, ну он же сюда должен, да, будет подбегать, летать. Лучше на башню сверху забраться, чтобы меня не... чтобы меня не трогали вот эти мобы внизу. Че, будем так его с расстояния бить? Вот эта хрень бесит меня. С нее, кстати, сразу око эндера выпадает. Походу, что-то око эндера не нужен. Что-то посох этот не действует на него. Это будет сейчас плотное прохождение. Но он, по крайней мере, не будет регенерироваться. Стрел вообще нету, это вот грустно. А он не садится туда. Потому что единственный вариант был бы его бить. Око эндера на... Ой, это... Жемчуги из посоха на него не действуют. Да, как-то надо понять, как бы его бить. Так. Я буду просто здесь подлетать к нему и бить его. Ай, блин, он на расстоянии бьется. Во-во. Он отталкивает тупо. Как бы его прикончить-то? Стрел нет. Он его и убить-то так сложно. Еще я им меньше 10 хп с него снято. Нет, посох бесполезен совершенно. Ага. Вот этот может быть. Вот ты сейчас как-то у него хп снимаешь. Ай! Он за секунду снял мне все щиты эти. Опа! У тебя вышло. У меня не получается подлететь близко к нему. Ай! Он очень больно бьется. Его убивать мы будем, похоже, очень долго. Но благо мы... Почему прям... он не прилетает вниз сюда? Почему он вниз не садится сюда? Не знаю. В принципе, он может вниз садиться. Потому что он обычно здесь же должен быть, нет? Да блин, сядешь, у него что, техника бесконтактного боя или что? Будет долго. Ай, блин, ничего, мы это сделаем. Тем не менее. Да ты. Да блин, промахнулся. Зараза. Что будешь с тобой делать? Да блин, что у него за бесконтактный бой-то такой? Оп. Ай, больно, 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 больно. Опа, я смог его ударить пару раз. Я его мечом бью этим. Надо вот это с брюха вылетать. Меч. Это с брюха надо полетать по сквозь. С брюха надо. С брюха. Блин. Ничего. С брюха либо с хвоста. Мы никогда не сдаемся, и поэтому продолжаем тузить его. Вот как и режим полета есть, легче не стало. Не, без по возможности полета мы вообще хрен что сделали. Оп, у меня получилось его преследовать сейчас пару раз. Опа, с головы у тебя получается, дай его бить. Да, когда он подлетает прям ко мне четко. Так, значит, но так он что-то это... Его сейчас надо заглушить, да? Его надо ловить, его надо ловить из брюха, из хвоста. Да ты... Ай, я упал! Не смог ударить по нему. Да, блин, что за бесконтактный бой это? Или он крыльями по мне ударяет своими? Я не знаю, чем он... Крыльями, наверное, ударяет это, типа он своими. А где он? Я не вижу. Ай, блин, как он быстро летает, я не могу догнать его. А ты там перерез, пойди ему и все. Так, немного хилимся. У меня что-то сломалось из брони. У меня уже шлем ломается. Все. Не, ну мы его должны замутузить, это обязательно. Стрелы нужны хотя бы пару штук. Стрелами... У меня 11. Но лука, наверное, нет. У меня есть зато. Давай дам тебе стрелы.
Так я на самой высокой башне буду вот здесь вот. Сейчас. Скотина. Только, вот, только в него еще нужно попасть. Вот, видишь, не попал. Да и стрелы, скорее всего, нанесут ему такой же урон, как я от меча, блин. Опа, я попал. Молодец. Так, 144, запомню у него хп сейчас. Я вижу, что еще из брони сломалось. 2 хп? Потерял он. 2 раза, а. Блин. Больно, очень, очень больно бьется. Так. Но ничего, нам мы справимся с ним обязательно. Нам нужны стрелы, срочно. Хоть ты лопни, хоть ты трещи. У меня больше стрелы. Нету. 4 хп в этот раз снял. Я ему. Это ерунда. 129 хп осталось у него еще. Да, я его сейчас... Я мечом ему больше урона наношу, чем стрелами. Ну, я сейчас стараюсь как-то... Да ты, блин, а? Ай-яй-яй-яй, как больно! Надо сейчас, чтобы он мне в лоб вышел. Ай! Вот, вот с бачка, когда к нему подлетаешь, он больно бьется. А так, если к голове, то, то по нему шансов больше ударить будет. О, я попал по нему. Все. А прикинь, мы бы в хардкоре. В хардкоре мы бы точно бы. Если, да, бы, если бы добрались бы еще вообще до него. Если бы. Так, делаем как камикадзе, будем за ним следовать, максимально пытаться на перерез ему ходить. Я думаю, мало людей на земле, которые смогли убить дракона в хардкоре. Но такие наверняка существуют. Блин, мы даже половину еще хп мы снесли. Но уже близко к половине. Так, мне нужно. Да блин. Он очень больно бьется крыльями. Стрелы у тебя точно нет? Нет, доме, нет, да? Нет. К сожалению, на него не действует посох этот. Жопу, я вообще вас не собираюсь трогать. Я мы хотим уничтожить вашего босса. Только и только это нам нужно. Почему дракон является вот самым главным боссом здесь? Ну фиг его знает. Цель игрока изведать. А куда пропал мой ледяной меч? Какой ледяной меч? Ну этот синий меч. Фиг знает. У меня он был, я что, выкинул его случайно, что ли, или он кончился? Если он кончился, то это странно, он не должен был кончиться. Но у меня только мой меч. Ну, он у меня красный еще есть. Главное его не потерять так же. А я здесь сделал подкоп. Случай эвакуации. Ну, да, блин, да ё-моё. Как бачка неудобно. Ура, половина хп. Да. У него осталось. Так, он здесь сейчас будет разворачиваться. Вот он разворачивается. Да догоняйся ж ты, блин, а. Ай, нифига он отбрасывает. Крыльями, да. О, 96 хп у него осталось. Да, это я еще почесал его немного, короче. Узика ему, да? Угу. Блин, ну, немного, да, чуть-чуть острым, да. Да. Он присаживается на эту штуку из бедро, и как бы его там можно ловить было постоянно. Я ему сбрил волосы. Здесь, видимо, решили, что все легко будет, да? Ага, так, я еще его побил немножко. Да, блин, он очень быстро летает. Так, его догнать не так-то просто.
еще и подлагало немного. Давай. Давай, давай, давай. Ай. Блин. Ты когда откисаешь, я еще пока не откисал. Да ты, блин, крыльями отбрасывает, зараза. Да. Блин, и вообще бесконтактно как-то отбрасывает. Я даже не очень близок, когда к нему отбрасывает. Блин, больно, 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 больно. Дайте к голове подлезть, а? Ай-яй, полтора сердечка, полтора сердечка. Ай. И так, шлем уже уничтожен. Я не попал, что ли, в него? Ай, да блин, как отбрасывает. Я же к голове подлетал четко, разве нет? У меня, короче, шлем уже кончился, все остальное тоже. Блин. Уходит. Он за секунду снимает щиты с посоха укрепления. Ай, он меня загасил. Сколько раз он уже меня загасил? Нам нужно постараться. Фух, давай гасим его до конца. 3 еще снимаю. 75 хп. Хотя 3, а на самом деле типа 2 снимаю. Да, ё-моё, как больно бьется. Как же в обычном... Как... Блин, как этого дракона проходить с обычным набором игры? На ваниле типа? Да. А, я сейчас в голову... А, он еще хвостом тоже бьется. Ай, главное, что голову его лучше именно бить. Ай. Блин. Так, хилка. Хилка, вот у меня хилочки-то нет, к сожалению, у меня она закончилась. У меня уже вся картошка почти кончилась. А, ну еды-то у меня хватает. Еще, вполне. Вот на спину ему еще прыгать иногда удобно. Вот, блин, боже, вот на спину ты. Эта фигня движется и. Ай, он еще и хвостом дерется, паразит. Да, я уже заметил это. Он действительно бьется хвостом. Так, наперез его нафиг. 70 хп осталось. А ты... Давай мы его добьем, добьем. Мы его добьем, блин, или нет сегодня? Что ж ты будешь делать? Я вообще прикоснуться не могу к нему сейчас. Секунду. Фу. Успеем обязательно, дай мне еще немного времени. Ты кому там? Другу. Да, другу ответь. О, я его долбанул, но он меня тоже долбанул. 65. На спину ему прыгать нужно. Эх, сейчас не получилось, промахнулся. Ай. Вот же ерунда. 63, блин. Давай его отпускай. Этого. Козла. Ай. Коза. И тут овца. Черная. Ай, не берется. Одно всего снес. Да что ж ты будешь делать, а?
Блин. Да ты, блин, а? Да еще и звук что-то пропадал в этом моменте. Так, ладно, возрождаемся. Бежим еще за картошкой. А, хрен назвал. Нет, можно там попробовать. Кто из нас последний удар сможет нанести по нему, интересно? Вопрос здесь в другом, Макс. Кто, да. Кто больше переживет, может? Кто больше раз подохнет? Я больше раз подыхаю, это очевидно. Потому что я больше на пролом на него иду. Я пытаюсь, я за ним тупо гоняюсь кругами. Это единственное, что у меня получается сделать с ним. Да, я то же самое делаю. Но результат какой-никакой, конечно, получается. Но очень медленно. Медленно, но верно. Я хочу кровать я хочу принести кровать уже в жертву себе. Да, не о, очень хорошая эта идея вот, была, конечно. Все, вот он, все, он начал вниз спускаться, Макс, вниз начал спускаться. Он проходит сквозь обсидиан вообще. Не знаю. Мне показалось, что он сейчас вниз спускался. Не знаю, я не видел. Я тут огонь внизу развел. О, вот, он да. Вообще сквозь это пролетел. Сквозь землю. Где он? Летает сверху. Он регенерируется или что это? А нет, он не регенерируется. Давай, бей. Это штука. Это дыхание дракона. 3, 2, 1. Опыт мой без меня не собирай. Кстати, а сколько опыта у тебя сейчас? У меня 37 уровней. 30. У меня 41. Куда яйцо дракона исчезло? А, фиг, вот оно. Жаль, нажимной плиты нету. А можно вот так? О, я могу вот так сделать. А теперь нам нужно око края, чтобы залутать дальние острова, Макс. Так, теперь нам надо эндерменов бесить. Я яйцо дракона взял. Вообще круто. Молодец. С помощью нажимную плиту сделаю и взял. Зачем око эндеры? Увидишь сейчас, Макс. Сейчас за мной повторяй. Много ли его нужно, кстати? Я 3 штуки добыл, мне... А сколько надо-то? Да уже хватит. Сейчас пойдем, покажу тебе. Так, где вон она, Макс, за мной? Хочешь на дальние острова попасть? Давай. Оп! О, корусы. Так. Ой. Вот сейчас здесь будет эндергород где-то. Думаешь? Ты хоть раз проходил Майнкрафт? Нет, нет, ни разу не видел. Здесь должны быть корабли с богатым урожаем. Я ничего пока не вижу. Вот в этом-то и прикол, что их надо искать. Кого? Острова эти. На этих островах должны быть домики и городки. Были домики. Тонь. О, я нашел. Макс, хочешь шалкер себе? А, вот, это надо жемчуг было найти, вот оно что. Понятно, я попал, короче. О, тоже. Да, шалкеры начали действовать уже. Зараза, я тебя сейчас прибью. ТП. Макс, я нашел богатый урожай. Ого, ничего себе. Ух ты ж, ёшкин кот. Куда алмазные забрал? А, пофигу. Вряд ли они уже пригодятся. Ну, поверь мне, пригодится. Так. Обалдеть, что это такое? Это? Сейчас... Ай, называется... блин. Опа, ещё шелкера здесь.
Так, здесь где-то еще корабль висит обычно. Сейчас отведу вот скорострельный. Богатырской. Че, на этом острове есть. Ну, из-за того, что сейчас больше. Мне надо выйти еще как-то из этого. Из этой крепости. Я не могу спуститься, меня поднимает вверх вообще. А, там есть проход на крышу, либо выкопайся в стенку, как я это делал. Вот оно что, панцирь шалкера долой. Ну, вообще-то из них можно сделать шалкерные ящики, Макс, если что. Ну, я не знаю, насколько сильно он нам нужен. Увидишь? Так. Алмазиков куча, конечно. Ой, Макс, у меня есть для тебя офигенная новость. Да? Корабль. Я нашел элитры. Я нашел элитры. Ого, впечатляюще. Так, элитры, элитры, элитры. Я бегу к элитрам. Ай, сучка. Алмазные я беру, бронзовая кирка беру. Алмазики и шлем алмазный беру. Так, а теперь я лечу в тот город. Так, ага, в башню, как обычно, в башню летим. А, здесь опять шалкер, да? Фу, какие звуки отвратительные они издают. Кто, шалкеры? Да. Я предлагаю долго не засиживаться тут, на самом деле. В этом городке? Да. Но здесь лут хороший есть. Но он нам уже вряд ли пригодится, потому что мы должны уже прыгать в портал в этот. Финальный. Зараза, ты куда степнулся? Я тебя хочу добить. Мне нужна еще часть ящика. Я хочу шалкер себе. Побыстрее, пожалуйста. А, не задерживайся здесь. Ай. Это прикольно, конечно, но я не хочу тут задерживаться. То есть ты не хочешь проходить, да? Нормально. Это финальная серия, а как бы мы в лимит уже. Не бойся, она может быть и подольше. Побыстрее, тем более, давай, финальная. Побыстрее, я тебя прошу. А. Чё ты торопишь меня? О, не знаю, я тебя не прошу, я тебе приказываю. Кто ты мне, чтобы мне приказывать, а? Ай, блин, больно в ноге. Хотя ещё, я уже в доме. Ура, так, шалкер. Блин, теперь шалкер не скрафчу, фиг с ним, ладно. Так, мне надо сдохнуть, чтобы вернуться, чтобы я мог в портал к тому вернуться. Итак, подводим итоги нашей вылазки. Еще рано, надо прыгнуть в портал сначала. Я подвожу итоги уже. Где он? Че, давай ко мне. Кто? ТПшкайся ко мне. Я уже в этом, в доме. А, ты даже в портал не стал прыгать, ну ладно. Так меня же загасили, зачем я буду прыгать еще раз? Ну ладно. Изумруд. Все, мы прошли игру, пошли титры, собственно говоря. Minecraft Java Edition, мы убили дракона. Хоть и со способностью летать. И... Но тем не менее... Но тем не менее... Многое-многое сделали в этом летсплее. Максимадзе. Только я вижу игрока, как упомянутого, Максимадзе, а тебя нет. Пофиг. Ой, классная вообще вылазка была. Эффективность? Так. У меня кирка на эффективность есть, слушай. У меня есть кирка на эффективность. Прикольно. Классно, 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 классно. Найти бы теперь... О, вот оно. Летсплей получился длинный. Поскольку мы убили дракона, в принципе, дальше, наверное, продолжать уже не нужно.
Сейчас мы, короче, давайте это дело пропустим. Создадим... Мы сейчас выйдем, создадим резервную копию мира и... для того, чтобы этот классный мир у нас сохранился. А затем бомбанем все здесь. По традиции для веселья, так сказать. Пауза. Продолжаем. Собственно говоря, включаем креативный режим. Гамме. Моды. Один. И ну нафиг сейчас все взрывать будем. Как мы взрывали карты, как Мистик с лагером взрывали карты, так сделаем и мы. Так, TNT. Огнево. Из чего бы нам начать? С моего дома, наверное. А мне вот что интересно. Я сейчас, короче, на чердак залезу и подожгу там. Эх, я столько времени строил этот домик. У меня сохранился, у меня этот мир сохранился, не волнуйся. Я резервную копию сделал. Что-то огонь не сильно-то распространяется, по-моему. Или мне так кажется. Ну фиг знает, Макс. А, нет, он горит. А теперь, теперь выйдем на улицу и будем смотреть, как сгорает мой дом. Можешь подвал, пожалуйста, мне заминировать? Мне сложно что-то туда дойти. Пока. Ладно, хорошо, сейчас займемся. Пока мой дом горит, мы займемся твоим. Только я хочу сначала весь дом заминировать, а потом его хочу бахнуть сам, лично. Да, ну я подвал тебе сейчас тут заминирую, короче. Максимально туда напихай, только... Постараемся, да. Я думаю, хватит. А, ну еще вот здесь. Ты побольше пихай, ладно? Да, тут да хватит для подвала вполне. А тогда первый этаж еще дальше. Я тут последний этаж пока закапываю. Ну-ка, сколько ты тут закопал? Ничего себе. Так, первый этаж. Если человек, у тебя же комп нормальный, нормальный, вроде выведет. Да, да выдержит, выдержит, без проблем. Я думаю, ну, по крайней мере, надеюсь, думаю. Надеюсь или думаю. А главное, чтоб не бахнуло раньше времени. Так, я тогда пока пойду подготовлю. Что-то как-то ты мало вообще. Да какой мало? Это разве мало? Хватит, мне кажется, вполне. А, ну и это переход между лестницей. Вот так вот сделаем. Ты это еще подвал сейчас побольше только закоп. На этого и ладно. Эх, мой дом сгорает нафиг. А ты можешь второй этаж еще подзасыпать? Ладно, сейчас. Я пока механизм сейчас еще построю один. Для красивого бабаха. Второй этаж прям максимально насовывай туда. Прям максимально, как я, вот напихивай туда. Ну, сильно много-то преувеличивать тоже не надо, чтобы комп выдержал такой взрыв-то. Так, теперь... Сейчас я сделаю все по безопасности. Ой. Эх, жалко тоже этот дом. Но резервная копия сохранилась. Так что надеюсь, тоже на не это. Так страшно. Смотрим, что от первого этажа осталось у нас. Так, окей.
Нет, я на более безопасном расстоянии это буду делать. Да, без проблем. Ты там все сделал? Да. Ладно, сейчас тогда жди 10 секунд. Отчет запускай пока. 10. Запусти пока. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Так, жди, Макс. Все отбегаем живо. А чё, типа, сигнал дальше не захотел идти, да? Ладно. Поблажка. Немножко задерживаемся. Шиш с ним. Всё, валим вот сейчас, теперь. Вот сейчас бабах будет. Вот, прикинь, от моего дома почти ничего не осталось. Вообще, небольшие кусочки крыши остались. А, потому что я там не так хорошо сминировал. Все. В принципе, я считаю прохождение удачным. Да, вот, кстати, список всех мобов, которых я убил. К сожалению, жаль, что нам не удалось Сумеречный лес полностью пройти. Потому что... Глюк там случился. Не пускают меня на гидру. А теперь давай карьерчик повредим. И он уже не будет работать, я так понял. То, что здесь повреждение сразу. Уничтожим станцию твою. Я изнутри заложу. Ты только воду для начала перекрой. Опа. Сейчас твоему складу пипец будет. Ой, я сейчас не представляю, что будет с твоим компом, потому что он сейчас максимально офигеет от этой нагрузки. Там почему? Много сейчас столько вылетит оттуда. Почему? А, да не, не, я думаю... Я подальше просто отойду. Мало ты кто напихал сюда. Склад был мой, соответственно, я и... И делаю здесь все. Что-то здесь не так много выгорело. Летим от этого. Что от моего склада осталось? Вещи-то взорвались просто вместе со складом. Все, склада больше нет. Да. Так, дальше уничтожаем этот животноводческий комплекс. Переход. Мы животных так и не завели на ферме на своей. А я пытался для кого-то ее строил, блин, пыхтел над ней. Ничего. Пальцем показывать не буду. Да. Надеюсь, и на новой версии заведем животных. А новая версия, надеюсь, будут животные у нас. А почему только один взорвался? Почему следующие не взорвались? Кто? Динамиты. Ой, ферма кончилась. Огородик, кстати, надо перекрыть воду в нем. Надо в огороде воду перекрыть, Макс. Так. Вот, собственно, то, что осталось от моего дома. Давайте остальное все бомбанем. Точнее, мы войдем в дом через спуск. Вернее, то, что осталось от него. Заминируем подвал. Нафиг его взорвем тоже. От лестницы прямиком. А, печка, прикинь, она взрывоустойчивая, оказывается. Да, либо ей просто повезло. Ага, все вокруг взорвалось, а она нет, да?
Ну, бывает. Я убрал. Эту комнату тоже заминируем. Паук, прости меня. О, кровать осталась, Макс. Кровать и это. Кровать. Ты ее сам поставил только что сюда. Я просто говорю, что она из тех. А, выпала, в смысле? Осталась. Да. Все. Да, и ну и ступенечки еще остались туда вниз. Двери проход остался. А чё этот динамит не взорвался? А, части сарайчика осталось, тоже взрываем. И сумеречный лес тоже все. Все. Так, этот вот мир этого, пройден. Вот этого гада надо взорвать. Если, главное, чтобы он не улетел только в этот момент. Что? А, нет, он выжил. Летающий. А кто выжил? Да летающий гад тут. Из пещеры. Mm-hmm. Еще эти динамиты я тут заложил, они не бомбанули. Столько сил было, и нервов потратили. Ну что ж, ребята, с этим покончено наконец-таки. Ссылочка на этот мир у вас в описании останется, ссылочка на сборку тоже. Ну а как-нибудь будет новый летсплей на новые сборочки. Ждите, он будет. Ну а пока что на сегодня все. Этот летсплей закончен. С вас Айкос, подписывайтесь на нас, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, логовый канал, Супадеру ВКонтакте и всем. Пока. Пока.